нужно изменить как-то это. Это изменить надо как-то. Эти. Вот да, нам нужно вот этих только убить. Господи. Нужно, наверное, полный экран или как это там у нас. Нажмите, чтобы захватить цель. А что нажать-то? А, вот. Чтобы увернуться. Ой. Так, нажмите, чтобы пробить защиту. Так. А это что, Ctrl, что ли? Или Shift? Черт его знает. А, господи, я опять. Что там надо было нажать, чтобы пробить защиту? Просто тыкать будем и все, господи. Вот. И все. Все это делов. Курсор убегает с экрана и невозможно управлять. На другой экран переходит. Как это поправить, неизвестно. Только если в настройках не в окне сделать, а где-то там. Ой, у меня еще параллельно игрушка работает. Пропустить. Принесли его домой, оказался он живой. А мы же не тетку, а дядьку выбирали вроде бы. Пропустить. Загрузка модуля. Доктор Виктория Бибо. Бибо. Бимбо. Выбери уровень сложности. Низкий. Выбери режим игры. Режим герой и режим исследователь. Новый режим игры игроку. Что там игроку? Необходимо исследовать. Необходимо даже.
мир, чтобы раскрыть местоположение целей и отыскать места выполнения заданий. Игра «Одиссея» рассчитана на прохождение именно в таком режиме. Герой. Классический режим игры. Отметки отображаются всегда, и игрок автоматически получает информацию о целях заданий. Исследователи выбрали. Будем бродить, как эти, все равно что. И натыкаться на квесты. Доктор Вик. Источник этой информации весьма. Я воле богов. Он и не Гомер, чем кажется. Если мы с их потомком. Доверься мне. Нет, нельзя. Ты права, проблемка. Рукопись разным людям, двум. Какой цепочки за тобой? Лейла. Порядок нашей эры. Начало удачи в руках. В этот раз мы одолеем артефакт. И еще мне позже. Да, капитан. Следующая подсказка. Мы выбрали стуру тяжелый максимально. Или максимальный из возможных, из доступных. И тогда очень тяжело было драться с этими двумя бандитами какими-то. В начале игры там чего-то там. И параллельно игра еще одна. Долетим, выключим. Так. А чё она? Чё не это, не того? А, о. Отключил игру. Параллельно, которая запущена была. В окне без рамки. Теперь переключим на полный экран, чтобы... чтобы курсор не убегал на другой экран. Разбойник это Лакас. Слезай. Разбойник? Это мой разбойник. А, разбойник. Ага. Алексиос. Сейчас они будут обучать нас драться. Очень как-то все тяжело. Что здесь? Нажмите, чтобы захватить цель. Нажали. А другую цель. А нужно другую захватить, а? Это которая вторая или какая-то? Не хочет. Ну ладно.
сменить выбранную цель. Что? Зараза. О, нажмите G, чтобы парировать. G, Q. О, парировали. Гитлер капут. Парировать, значит, Q. Ну ладно. За ту каждую неделю тра-та-та. Но чего не обыскать этих, как его? Изверков, спасибо за помощь. Мой носик прям повредили садисты. Вот девушка пришла. Что с тобой? Тра-та-та. Ничего. Циклоп, да, неужели он не тра-та-та? Как видишь? Проглот. Хороший песик. Это он циклоп? А почему циклоп? Только не начинай. Я попрошу Зевса. Попрошу. Зевса попрошу. Мы на короткой ноге с Зевсом. Дождалась, ура! Ну зачем ты тут это того? Чуть не забыла. Тебя ищет. Чего еще хочет этот плут? Не знаю. У виноградника. Стоп, виноградник? Малака, он у дороги в сани. Когда Маркос купил виноградник, где именно у дороги в сани, я найду его. Знаешь статую Зевса на горе, к югу от нее? Давно у него виноградник, со вчерашнего, кажется, должен мне, но скупает виноградники. На чьи деньги? На твои деньги. Ладно, найду его и обезврежу. К югу от статуи, значит, ну ладно, пропустить. Вот. Девушки какие хорошие. Надеюсь, это девушка. Ля-ля-ля. А, мы их не добили. А сейчас спросят. Решение, выбор, который вы делаете, может иметь как очевидные, так и неочевидные последствия. Взвешивайте свои решения, так как некоторые из них влияют на сюжет, и их нельзя изменить. Врагов нельзя щадить, то они могут потом убить хороших людей. Правильно? Правильно я говорю? Подобрать и куда-то спрятать. А куда спрятать?
чего? А, shift. Ничего себе. Так. И чего? Ага, надо было в другую сторону. Так, и Е. Плюх. Так. Они как бы сами. Как бы сами. А где с усами? Так. И где они здесь у нас? Ага. Почему мы их не обыскали? Как бы сами. Так. Взаимодействие. Марко знал, что маленькому пригодится книжка. Маленькому книжка. Нам бы щит, как бы щит. Мы очень мучились без щита. Очень без щита тяжело. А там шлемы торчат. И что они там делают, непонятно. Или это не шлемы? Что такое? Взаимодействовать. С кем взаимодействовать? А. Опорожнить. Нужно кого-то. О, щитов жуткое количество. Ни одного нельзя взять с собой в дорогу. На память. Хотя бы. И... А это не светят сами. Они просто под лучами солнца. Вот же щит. Эти какого? Не щиты, а эти. Не мечи, а... Ну, в общем, эти. Шишаки. Шлемы. Как они туда забираются. О, там что-то торчит. Вот зараза. Ага, shift надо нажать. Так, что это? Сломанный лук, туника, степень редкости и гравировка. Снаряжение разных уровней. Инвентарь. Ай, нажал. Ай, нажал я. Так просто нажал и все. А что это у нас тут? Что это? Доспех. О. Требуется уровень 5.
Так, ясно. Охотник, воин, убийца. Урон средний. Охотник, урон 100. Что это? Средний урон от способности. Внезапная атака. Подробности статистика. Что это? Список гравировок. Ладно, решение. А как? Вот так. Это. О, доспех. Круто. Требуется уровень 5. И ножки, и ручки. Ой. И все, 5-й уровень нужен. Ладно. Как же его получить-то, 5-й уровень? Наше суровое время. Взаимодействовать. Фу, опять спала здесь, бедняжка. Ей некуда податься. Феба, эта девочка несчастная. Она хочет своего, как его, орла ручного. Хочет, чтобы мы у Зевса для нее попросили. А пока она самолетик себе сделала. Была в Японии, и там ее научили самолетики делать из бумаги. Подожди, я тебя съем. Подожди, козел. Вот, о, сколько всякого добра, и ничего нельзя взять. Вы видите, о, и шлем, и этот вот панцирь. И прелесть, просто прелесть. Забирай все. На рынке продадим. Ничего нельзя взять. Вот так мы живем свою жизнь в Греции. Потому что знаем, что воровать нехорошо. Плохо воровать. Это как его? Вы запомнили, как драться нужно? Что там, когда, чего? Колесико там, того, сего. О, парировать. Парировать, парировать. Ку, ку. А Е взаимодействовать. А вот это вот увернуться. Большая клавиша пробел. Клавиша пробел увернуться. Так, здесь еще наши владения. Нет, ничего не хотят нам давать. Но у нас и так полный инвентарь. Инвентарь всякой хорошей штучки. Всякой хорошей и штучки. Так. Здесь мы убили воина. Как-то ненароком. Он здесь, вот вроде бы здесь где-то. Он что-то делал, а мы подкрались сзади и убили его жестоко. А он спартанец. Как и мы, вроде бы. И игра нам на это ничего не сказала. Но убил и убил. Птички что-то здесь делают. Что они здесь делают? Птички. Но у него такая форма была хорошая. Мы надеялись форму у него отобрать. С трупа снять. Такие мы жестокие. Прямо жестокие. Благословенная Греция. Господи. Вот, видите? Вот, болтых и все, водичку. А там акулы. О, нет, что-то не хочется. А помирать?
нам рановато. Есть у нас еще дома дела. О, поле брани, кто тебя усеял этими вот телами? Бум. Бум. Деревня 30 единиц. Чего? А, опыта. Надо же. Собрать драхмы. 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 И все. Больше ничего нет. Драхмы, драхмы, драхмы. О. Собрать драхмы. Драхмы. Да мы так скоро разбогатеем. Драхмы. Драхмы, драхмы. Драхмы. Да. А там у нас тоже драхмы. Драхмы. Здесь деньги сеют прямо и все. Кто же надругался-то так над деревней? Здесь где-то девушка была. Мужик. Мужик. Хочет говорить, но где-то здесь была девушка, девушка была, она расскажет, кто это сделал, а может не расскажет. Аванпост. Нет девушки. О, храм. Это храм? Хочу это пригнуться. Как здесь скрытность здесь есть? Так. Скрытность почему не работает? Не то. Что-то начинается. Используйте снаряжение. Будет день, будет драхма. О, мудро. Так, а чего я хотел? А, я хотел узнать, как пригибаться. Частота обновления. А, игра, интерфейс, звук, язык, управление. Идти, пригнуться, нажать. Что нажать? Нажать что? Парировать, взобраться, shift, свистнуть, призвать скакуна, x, спуститься, пригнуться, c, о, спуститься, пригнуться, нет, не хочет, а вот, пригнулся, наверное, надо зажать, c, не отпускать. Козий сыр. О, хоть какое-то разнообразие. Это что?
кладбище или кладбище, наверное. Нет, не хочет девушка у нас попадаться нам на глаза. Драхма. Еще драхмы. Не хочет. Обширная территория. Да, мы кругами ходим. Так. Нам просто приятно походить. Именинный сердце, майский день, доменная печь, нет никого, все, и хоть ты тресни. Остров Кефалинии. Кефалинии. Остров. Так. Где эти парирования? Сейчас на нас нападут эти, как его. Виноградник Маркоса. 30 единиц. Виноградник уже нашли. А Маркос? Маркос. Где Маркос-то? Показать цели в этой области. Альт. Девушка? Девушка. Так, виноградник. Давно ли он купил виноградник? На наши денежки. Ну, где он? Где? Никто не хочет с нами общаться почему-то. А почему? Показать цели. Найдите Остракон. Виноградник Маркоса. Остракон. Остракон. Ты Остракон. А? Украсть. Так. Остракон. Ослик. Гражданочка. А, вот. Это вот найти Остракон, наверное. 218, 20 метров, 19, пещера Драгорати.
Виноградник Маркоса. 170 метров. 170 метров. К югу от статуи Зевса. Вот этот, как сколько там? Ну, 90 метров. Чего? Зевс громовержец. Здесь этот орел. И орел-то. Все, потеряли орла. Показать. Alt. Alt. Синхронизируйтесь в точке обзора. Зевс громовержец. Пиписька. Пиписька. Вряд ли нам пиписька поможет. Синхронизируйтесь. Это что, лезть туда на пипиську? Где-то здесь был проход. Уже в прошлый раз здесь были. Ну тогда найдите астракон. Ура! Люблю игры, в которых восстанавливается жизнь, здоровье восстанавливается. Астракон. Шестьдесят один метр. А это, наверное, точка, на которую нужно забираться, и тогда все сразу увидишь. Вот этот орел. А совсем не это. Виноградники Маркоса. Совсем не сюжетный квест. А мы подумали, орел это сюжетный квест. А это точка синхронизации. Типа того. Что это такое? Вот восклицательный знак. Вот что это? Поговори. Выглядишь мирный житель. Думаю,
Самое время молитесь о прощении. Дела плохи. Гермес, он молится. Ох, не нравится мне это вот общение с богами. Пусть сам послушает богов. Тем более, что у нас звук отключен. Если всех богов слушать, мы там заплутаем. У нас нет этого. У нас нет. Чтобы сбить себе пламя. Покувыркаться надо, чтобы сбить пламя. В прошлый раз, когда была максимальная сложность у нас, мы все время напарывались на волков. А теперь сколько уже бегаем? Ни разу волков не находили. Сейчас shift C, нырнуть. Зачем нырнуть? Мы хотим подняться. О, управлять E. Ух ты, ну вообще, вот это я первый раз вижу. До этого не получалось. Кораблекрушение. Кораблекрушение. О. Это что такое там нарисовано? А, чайки. Вот эти грузы. Почему их? Почему их нельзя это ограбить? Грузики. Ну ладно, управляем. Карта М. Это мы где? Где? А мы где? А где мы? А вот мы. О. Ой. Ой. Так, элита, Каринф.
Афия, Ахея, Аркадия, Арголита, Лакония. Это там, где лаконичные живут, Спарта. Мессиния, Мессиния. Аргония, Мессиния. Остров Китира. А где мы? Мы-то где? Вот потеряли нас уже. Ти-ти-ти-ти. Вот мы. Кифлиния. А это Зевс, Гермен. Синхронизируйтесь в точке обзора. По стопам богов. Рекомендуемый уровень 2. Рекомендуемый 3. Небольшая Одиссея. Рекомендуемый уровень 4. Нужно сюда как-то, вот. А, наверное, здесь все пока закрыто. Нет доступа. Здесь такая же лодочка. Ничего на ней интересного нет. А здесь акулка нарисована. Китобойная яхта. А, это акулу кто-то угробил. Она не нарисована, она угроблена. Мне здесь нравится. Что там такое? Орел. Парит наш орел. А там что? Кустик. Так, кустик. Сейчас скажут, вы покидаете разрешенную зону. Бух. И кораблик вместе с нами сгорит. Карта. Мод. Точно скажут сейчас. Капут. Гитлер. Территория недоступна. Ну, мы так и знали. Подлость какая. Подлость какая. Обогнуть-то можно. Корабль, что ли, захватить?
сохранения невозможно. Переместитесь в безопасную область. Вот так вот. Неужели придется заново начинать? Опять убивать бандитов. Карта. Остров скоро обогнём. Голодные боги. Доска объявлений по стопам богов. Бродячая акула. Почему нельзя подобрать груз? Поднять факел. О, теперь у нас факел есть. Так.
Управление недоступно. Ходим, ищем человека со свечой. Как узнал? Рекомендуемый R2. Работа для наемника. Как узнал? Алексиус. Любая работа хороша. Даже самая простая. Илусу, кузнецу Скифолинии были нужны волчьи шкуры. И он знал, что Алексиус сможет ему помочь. Принять это. Ага. Левая кнопка мыши. Доска объявлений. Назад. Больше нет. Или есть. Мир и персонажи. Охота за головами и контракты. Мир и персонажи. Все. Ага. Так. Теперь бы, раз у нас есть факел. Хорошо бы в ту вот с богами поиграть, как ее там, это пещера с богами. Раз у нас факел есть. Древесина оливы. Железо, мягкая кожа, обсидиановое стекло. Способности. Снаряжение. Куда-то делся этот самый курсор. Убийца, воин. О, здесь еще. Красота какая. Ой. Мастер огня. Яростные удары. Подавляющий выстрел. Бух. Замедление времени. Вот что творит, а? Чего творит? Это у нас убийца. Убийца из тени. Отравляющие удары. Чпок. Так, озарение. В, чтобы открыть тайны. Взгляд Афины покажет все, что скрыто в радиусе 15 метров, в том числе сундуки и потайные проходы. Также помечает всех ближайших противников. Вот видите, как полезно обладать. Ой, как далеко. Ой. Так. Это уже по-нашему, по-убийцевски. Усиленный мощный удар. Выберите способность, чтобы не ее использовать. Бум. Рывок быка. Чпок. Охо. Выстрел хищника. Три стрелы сразу.
град стрел. Выпустите стрелы 3, каждая из которых наносит 100% урона охотника. Удерживайте, чтобы... Ага, прицель. Шестое чувство. Если вас заметил противник, время замедлится на 5 секунд. Чпок-чпок-чпок-чпок-чпок. После прицеливания из лука все выпущенные стрелы попадут в туловище и нанесут 150 урона охотника. Стрельба на вскидку. Ужас. Выпускает стрелы одну за другой. Удерживайте. Ага. Каждый выстрел расходует 35% ячменя, адреналина и наносит ячеек 60% урона охотника. Ну ладно, это хуже, чем 150 урона охотника. Зато не надо прицеливаться. Навскидку так. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. Взор Икара. Медитация. Чтобы начать медитацию, отдохнуть и ускорить ход времени. Так он быстро постареет. Внезапная атака. Нажмите F для внезапной атаки. Вот я так убил воина какого-то. По максимальной сложности. Но потом стало так все уныло. Все меня забивали, как мамонта. Потому что я забыл, как драться. Один раз только учат, а потом все. Удерживайте Shift, чтобы прыгнуть. Вы получаете урон при падении, но не смертельный. Прыжок вверх. Свист. Ужас. Не надо дожидаться, пока он подойдет, а то он вас заметит. А у нас вот в этом Ассасине 4 черный Роджер, который там черный флаг или еще что-то пиратское, там замечал, если входил прям в кусты, через некоторое время замечал, а теперь замечает, когда подходит. Подлость какая-то. Свист. X надо нажать и свистеть. Свистеть — плохая примета. Нажмите T для смены оружия. Пух. Ничего себе, какая кувалда. Оборонительные приемы. Нажмите, чтобы увернуться, на пробел, чтобы увернуться, и Q, чтобы парировать. Да, это нам не хватало в прошлый раз, когда мы пытались играть. Тетенька. Не, тетенька не загорается, тетенька. Мы подумали, а вдруг тетенька загорится? Нет, не загорается. А дяденька тоже не загорается. Нет. Ну ладно. А почему не загорается? Непонятно. Вот такой же шутник был. Той деревни, которая вся сгорела. Украсть.
ослик тоже не хочет гореть. Ну и правильно делает. Тетенька не хочет гореть. Еще одна не хочет. Никто не хочет гореть. Так. Да, нам нужно же вроде бы волков угробить и типа того. Почему не прячется в инвентарь? О, Z, постоянное движение. Сегодня, в следующий раз мы будем искать дяденьку кузнеца виноградники Маркоса. К югу от статуи Зевса. Цели в этой области. Виноградники Маркса. Найдите остракон. Остракон. Это какая-то бумажка. Бумажка какая-то. Какая-то. Бумажка. Это что такое? 100 метров. Нет, 186 метров. Собрать. Да. Десинхронизация. Это самый что ни на есть легкий режим. Нас загрызли как бабы. Правда, хорошие вещи. Мы не парировали и не уворачивались. А, это, находясь на дороге, нажмите Z, чтобы автоматически по ней передвигаться. Удерживайте C. Украли у нас этот самый. Украли. У нас украли. Что у нас украли? Ага, факел. Факел украли. Изверги. Нет этого. Факела у нас нет. Может, здесь где-то есть. Нету здесь нигде. Убейте главаря разбойников.
Ничего непонятно здесь вообще. Теперь все. Опять все. Господи. Вообще непонятно. Что-то говорили, убейте, говоря, бандитов. Мы уже ходили, убивали. В прошлый раз, говоря бандитов, но ты кто такой? Но им их там столько, жуть, а мы драться не умеем. Логово циклопа. Так, логово циклопа. Что на меня напал, сволочь? Теперь я применил парирование и... Неожиданно совершенно. Это что, львы? Львы. Я вам это того принес, дяденьку. Так, открыть или не открыть? Так, здесь у нас что? Собрать. Драхма. Собрать. Собрать. Потерянный ключ. О, а это что такое? Собрать. Драхма. Используйте Икара, чтобы отмечать врагов. Это позволит быстрее обнаружить их. Икара. А, этот Икара, это птичка. Птичка, птичка. Невеличка. Циклоп. Может, это бандит какой-то. Ой, они стреляют у нас. Стреляют.
А вы не помните, как свистеть? А ты если... Значит, факел есть. Ага. Так, ты. А себе он бьет. Фаталити сплошное. Уй, зараза. Ваншот практически. Вы запомнили, где логово циклопа? А? Зараза, они стреляют в нас, сволочи. Падлы. Они нападают. Логово циклопа. Мы уже поправились. Это даже лука нет. Не то, что там что-то. Цель в этом – убейте главаря разбойников, заберите сокровища. Легко сказать. Это что, разбойники так хорошо экипированы? Ой. Нет, ну это невозможно так сражаться. Они ж нас как мамы.
забивают. Ф не нашли. Ф не нашли. Вот зараза. Опять это не получилось. Теперь опять сначала. Здесь был. Конечно, лучше сюда приходить. Безопасно. Нам нельзя сохраниться. Вот зараза. Теперь можно сохраниться? О, можно сохранить. О, как все сложно здесь. Все. Все. Вот там вот. Замок циклопа, убежище, все, логово циклопа. Кто такой циклоп, мы не знаем. По-моему, это великан с одним глазом. Может, теперь что-то изменилось? Как мы будем сражаться?
них третий уровень, а у нас никакой. Ладно, все. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем. Все. Полтора часа. Хватит. Ничего не добились, ничего не поняли, как играть. И это самый легкий уровень. Ладно, все.